Всем доброго времени суток. Вы на канале Декан Украина и с вами Сергей. Промониторив видео на нашем канале, я обнаружил, что до сих пор не снимал обзор о рюкзаках с отделением для 17-дюймового ноутбука, который можно легко использовать в офисе, в рабочих командировках, да и просто для тех, кто живет в городе и практически не расстается со своим любимым девайсом. Учитывая данный факт, а также ваши пожелания, сегодня я решил сделать обзор интереснейшей, на мой взгляд, модели рюкзака от компании Dakine Infinity на 21 литр в расцветке Grayscale. Стильная и современная городская модель с урбанистическим внешним видом, которая очень сильно выделяется от остальных моделей американского производителя. Рассмотрим рюкзак, который создан был производителем для тех, кто ценит свободный и уникальный стиль. В этой модели найдется место буквально для всего, что нужно деловому человеку, от ноутбука до наушников, но об этом чуть позже. Давайте начнем с внешнего осмотра и характеристик. Высота нашей модели 46, ширина 41 и глубина 18 см. Объем, как я говорил ранее, 21 литр и вес 900 грамм. Выполнен рюкзак из высокопрочного полиэстера плотностью 300 ден, преимущественно в сером цвете. А в месте, где цвет темнее, в ткань добавлен нейлон и плотность немного выше, а именно 400 ден. По своим характеристикам ткань очень крепкая и надежная. Данный вид полиэстера способен выдерживать серьезные нагрузки. Также с внутренней стороны нанесена влагостойкая пропитка, позволяющая рюкзаку не бояться дождя и снега. Еще обратите свое внимание на то, что в зависимости от расцветки, а расцветок достаточно много, ткань, которая используется в производстве нашей модели, может меняться. Помимо классического полиэстера, может быть еще представлен нейлон, кордура и другие комбинированные виды тканей с разной степенью плотности и влагозащиты. Фурнитура, как и во всей продукции бренда, используется исключительно торговой марки UKK. Данные молнии отлично зарекомендовали себя на практике при любых погодных условиях. Отличаются плавностью хода бегунка и долгим сроком службы. Можно сказать, неубиваемые. Также хочу обратить ваше внимание на то, что молнии в нашем рюкзаке идут со специальным прорезиненным покрытием из полиуретанового материала и обеспечивают защиту от влаги и пыли. По бокам нашего рюкзачка расположены компактные карманы на резинке для переноски бутылок или зонтика. Карманы выполнены из того же материала, что и рюкзак. Они запросто вмещают бутылки объемом до 1 литра воды. Например, наша фирменная бутылка шейкер 700 мл помещается в них идеально. Как видите, в верхней части находится ручка для переноски рюкзака в руке. Она достаточно удобная и плотная, крепко и надежно пришита к основанию модели. Даже при большой загрузке у вас с ней не будет проблем. Далее, разворачиваем рюкзак и смотрим его спину и лямки. Задняя панель Infinity хорошо уплотненная, имеет три специальные вставки из высококачественного пенного материала и покрыты дышащей сеткой. Благодаря этим вставкам рюкзак получил специальные воздушные каналы, по которым проходит циркуляция воздуха. Данная конструкция спинки позволяет создать максимальный комфорт при носке и отвести тепло даже в самую жаркую погоду. Также обратите внимание, что на спинке нашего рюкзака присутствует специальный ремень для надежного крепления к ручкам дорожных сумок на колесах. Данная функция позволяет путешествовать с удобством, особенно в аэропортах, когда нужно долго ждать свою пересадку. Уплотненные наплечные лямки анатомической формы с регулировкой снизу и сверху. С внутренней стороны также покрыты специальной дышащей сеткой. Также хочу обратить внимание на внутреннюю часть лямок, которая может касаться с вашей шеи. Для усиления комфорта в процессе длительной носки она также обработана дышащей сеткой. Для фиксации загруженного рюкзака на лямках имеется грудная стяжка со стандартной регулировкой по объему и высоте. На места, где данная стяжка закреплена к лямкам, она аккуратно прикрыта специальным козырьком, что однозначно придает дороговизны нашему изделию. Переходим к карманам и отделениям. Спереди рюкзака расположены два вертикальных кармана быстрого доступа на молнии. Один достаточно большой и вместительный, второй наполовину меньше. Следующий на очереди флисовый карман для солнцезащитных очков. Находится он в верхней части рюкзака и обеспечивает хорошую защиту от потертости и царапин. Также сюда можно класть смартфон, либо другие вещи первой необходимости. Доступ в основное отделение осуществляется через откидной магнитный верх на молнии по всей длине. Само по себе отделение достаточно вместительное и дополнительно с нестеганым карманом на резинке.
Если данный отсек не застегивать на магниты, а только на молнию, то объем рюкзака станет немного больше, и это очень может пригодиться в путешествиях или командировках. Переходим к последнему отделению. В нем производитель интересно совместил органайзер и отсеки для ноутбука и интернет-планшета. Открываем, смотрим. Со стороны, что ближе к спинке, видим горизонтальный карман на молнии, куда поместится флешка, шнур от зарядки, пауэрбанк и любая другая мелочевка. Чуть ниже находится неопреновый карман для ноутбука. Производителем заявлено, что сюда поместится 17-я диагональ. Я проверю на своем 15,6 вместительность отсека. Вкладываю ноут. Как видим, ноутбук запросто поместился, и видно, что оставшегося места более чем достаточно для 17-дюймового девайса. Вынимаем ноутбук. С противоположной стороны расположен сетчатый карман на молнии. И отсек для планшета с одной стороны отделанный флисом, чтобы не поцарапать экран. Ну а 10-дюймовый планшет поместится сюда запросто. Думаю, пришло время примерить рюкзак и после сделать окончательные выводы. Рюкзак сел на меня как влитой. Очень удобный. Чувствуются мягкие вставки на спинке и лямках. И я вам скажу, это очень комфортно. Ничего нигде не давит и лямки не разъезжаются. Давайте оценим также рюкзак у меня на одном плече. Смотрится очень достойно. И мне безумно нравится эта модель. Давайте финишировать, друзья. Самое время подводить итоги. Модель Infinity очень интересна и заслуживает особого внимания тем, кому нужно транспортировать свою любимую семнашку на работу и домой, в краткосрочные поездки и деловые командировки. Функциональный и очень удобный рюкзак подойдет не только для работы, а и для тех, кто учится и любит путешествовать. Поэтому рекомендую всем тем, кто хочет приобрести себе современный и стильный городской рюкзак с максимальной начинкой. С вами был, как всегда, Сергей и интернет-магазин dakineshop.com.ua. Ссылка на рюкзак Infinity будет внизу в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. До новых встреч. Пока.